Кстати, если вы сегодня без проблем добрались до работы, считайте, что вам повезло. С утра в Кирове шел сильный снег. На дорогах образовались пробки. А синоптики предупреждают, возможен ледяной дождь. Тем временем в мэрии отчитались. На дороги и тротуары вывели всю технику и всех дворников. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, подходам к пешеходным переходам, спускам и подъемам, остановкам общественного транспорта. Глава администрации Вячеслав Симаков отметил, что к очистке некоторых участков претензий нет, но где-то уборка не проводится вовсе. Он поручил направить все силы на расчистку города от снега, а на жалобы кировчан оперативно реагировать. Горожане написали в соцсетях, что плохо очищены путепроводы и подходы к остановкам у кольцевой развязки на улице Павла Корчагина и проезжей. Руководители теруправления сообщили, что поступают жалобы на уборку дорог в сельских населенных пунктах, к примеру, из Слободы-Никольской и частного сектора микрорайона «Чистые пруды».